بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونواهِ. أما بعد. بوتي Верин، ты не познаешь в чем люди нуждаются по настоящему пока сам не поедешь к ним. Ты можешь слышать о каких-то нуждах мусульман в дальних регионах, но поверь мне, ты сможешь представить их истинные масштабы только когда лично встретишься с ними и будешь с ними жить. Я знаю, что некоторым кажется очень тяжело отправляться в такие места, так как поездка утомительна, нет еды и гарантии безопасности. Но поверь мне, радость твоих братьев, которую ты увидишь на их лицах после того, как навестишь их, стоит всей этой усталости. Я помню, как мы отправились в одну деревню на востоке Азии. Обычно, когда мы едем в такие селения, жители деревни рассказывают нам о своих нуждах и просьбах. В ту деревню к нам подошел деревенский староста от имени всех жителей, чтобы сообщить нам о единственной их просьбе. Я подумал, что они хотят продовольствия, или строительства мечети, больницы, или чего-то еще из их жизненных нужд. Но он этого не сказал. Он поразил меня своей просьбой, которая мне не пришла бы в голову. Я не мог бы представить, что он это скажет. Заклинаю тебя Аллахом, мне нужна минута твоего времени. Просто подумай, поразмышляй, что он может попросить. Расслабься, задумайся. Чего могут хотеть жители деревни? Знаешь ли ты, чего они хотели? Они хотели земли. Да, я понимаю твои чувства. Я тогда тоже удивился, так же, как ты сейчас. Они хотели землю. Землю? Почву? Зачем им земля и песок? Они представляли собой мусульманское меньшинство в буддийской стране. Буддисты сжигают своих умерших и не хоронят их. Хорошо, кто-то может спросить, почему бы этим мусульманам просто не закапывать покойных в своей земле? Я задал им этот вопрос. Почему они не могут хоронить их здесь? В сезон дождей все это разваливается. Все это уходит под воду, поэтому они не могут здесь никого хоронить. Тогда поставим сюда сверху песок. Проблема их деревни была в том, что она стояла посреди лесов, и вся почва была глинистой. Да, сверху ты можешь видеть почву, но стоит ее чуть-чуть раскопать, как появляется вода. Поэтому они не могли в ней хоронить. Из-за этого им нужен был песок, который надо было перевести с другого места и положить его на землю сверху, чтобы в нем они смогли бы хоронить умерших. Заклинаю тебя Аллахом. Заметил ли ты, сколькими милостями мы обладаем, но даже не чувствуем этого? Земля, Простая земля стала мечтой некоторых наших братьев. Так что же сказать об остальных великих милостях, в которых мы пребываем круглосуточно? Не ценили мы Аллаха и не благодарили мы Его должным образом. Жители этой деревни собирали песок пять лет, чтобы хоронить своих покойников. Но собранного ими песка не хватало. Они не хотели делать кремацию, как поступали остальные люди их страны. И покойник обладает неприкосновенностью, как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Поломать кость умершему все равно, что поломать кость живому человеку. Так что тогда можно сказать? о том, кто сжигает умершего. Их проблема была в том, что они ничего не могли сделать. Тогда команда нашей передачи привезла им столько песка, сколько было нужно для кладбища. Мы взяли в аренду грузовик, который перевез песок с другого места, после чего песок был распределен по территории кладбища. Эта перевозка осуществлялась в несколько стадий, пока все это место не заполнилось необходимым количеством песка и земли. И, субханаллах, Аллах предопределил нам поучаствовать в захоронении некоторых их усопших шариатским способом. По сунне пророчества когда благословит его Аллах и приветствует, далеким от кремации или чего-то еще. Наше путешествие на этом не закончилось. Мы поехали в другую отдаленную точку этого мира, а именно на остров Шри-Ланка. Там мы нашли жителей деревни, которые, по сравнению с предыдущими, находились в лучшем положении, они могли хоронить умерших. Но у них была другая проблема. Это захоронение не продолжалось долго. Как это? Их проблемы крылись в том, что с трупами происходило после захоронения. Тебе может показаться, что это обычное кладбище. Но в нем есть один недостаток. Кладбище не обнесено стеной. Отсутствие стены приводит к тому, что туда заходят некоторые животные, крупные присмыкающиеся, как вараны, они раскапывают могилы и пожирают трупы. И мы просим у Аллаха благополучия. Это их очень угнетает и расстраивает. Представь, один из любимых нами людей скончался. Мы хороним его, а через какое-то время узнаем, что его съели? Съело какое-то животное? Клянусь Аллахом, это очень тяжко принять. Если с отцом или матерью какого-то человека после их смерти происходит подобное. Здесь мы видим, как некоторые могилы были испорчены. Уважаемый брат, уважаемая сестра, вы обратили внимание на их просьбы? Одни просят песок, другие — стену. Для нас это элементарные вещи, но они не могут обеспечить себя ими и мучаются в течение долгих лет. Хвала Аллаху! Мы построили им стену на деньги, выделенные для передачи, чтобы защитить их любимых умерших от этих животных. Люди просят стену. Стену для любимых ими людей, которых они потеряли, их последнее отношение к ним выразится в том, чтобы защитить их от животных, которые могут съесть трупы. Они не просят стен для своих домов или для других каких-то мест, для пашин и так далее. Они просили стену для своих любимых. Посмотрите, как эти простые мечты, эти милости есть у нас. Но мы, возможно, не ощущаем стена, оберегающая покойников от животных. Я прошу Всевышнего Аллаха помиловать их умерших и наших, их любимых и наших. Клянусь Аллахом. Я сел и начал думать. Мы с вами живем в самых разнообразных милостях. Так что даже перестали чувствовать их. Мы не ощущаем, что какие-то элементарные вещи, которыми мы обладаем у других народов, воспринимаются как мечта. Заклинаю тебя Аллахом. Разве щедрый Аллах, причист он, не заслуживает того, чтобы его благодарили за его милости, чтобы ему подчинялись и не ослушались? Конечно, заслуживает, клянусь Аллахом. Проблема в том, что мы всегда смотрим на того, кто богаче нас. Но если бы мы немного посмотрели на людей, подобных этим, этим мы бы стали спокойней. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, смотрите на тех, кто ниже вас, и не смотрите на тех, кто выше. Это поможет вам не умолять те милости, которыми вас облагодетельствовал Аллах. «О Аллах, да до конца Твою милость по отношению к нам. О Аллах, помоги нам поминать Тебя, воздавать хвалу Тебе и хорошо поклоняться. О Аллах, позволь нам наслаждаться нашим слухом, зрением, силами всегда, пока Ты оставляешь нас в живых, и не взыщи с нас за нашу небрежность. Аминь, о Аллах, и хвала Аллаху, Господу миров».